Виталий, приветствую тебя. Мы традиционно с тобой открываем неделю, возвращаемся в привычный ритм. Это два эфира в неделю. Стараемся хватить и разобрать самые интересные, фундаментальные и технические найденные тобой уже возможности. Комментируем все. Друзья, очень, конечно же, стараемся, чтобы и чтобы эту информацию вы использовали. Опять же, неоднократно с Виталием отмечали, что если какой-то актив прям очень вам кажется интересным, ну, обязательно пишите в комментариях, разберем, прокомментируем, это вообще не проблема. Ну что, Виталий, следим за тем, что происходит на рынке уже при новоиспеченном американском президенте Байдене. Как ты думаешь, так вот вопрос на засыпку, поскольку традиционно мы с тобой говорим о каких-то фундаментальных событиях, потому что ты в этом деле неплохо подкован тоже, и мне всегда интересно твое мнение. Вот эти вот стимулы, которые сейчас грядут почти на 2 триллиона от демократов, как ты думаешь, остановятся ли на этом? Либо впоследствии, там, к середине ближе этого года, может быть, даже к концу, американская экономика потребует куда больше ресурсов и ликвидности. Ты как думаешь? Ну, скажем так, я, в принципе, буду стоять на своем мнении, что сколько бы там денег не вкачивали, даже вот уже сколько вкачали за 2020 год, сейчас вкачают, да, там 2 триллиона, еще будут вкачивать. Я думаю, что эти деньги, скажем, они до поры до времени будут помогать, а дальше, как по идее, должно все ломануться хорошо, и там же ничего не поможет, как бы в таком формате. И будет, как я ожидаю, разворот рынка, он должен быть по циклам, в принципе, это попадает на 2021 год, и он будет длительным, там где-то на несколько лет, там 2024-2025, такой должен быть большой цикл снижения. И вот эти все вливания, плюс они все уходят, как мы знаем, не в реальный сектор экономики, да, а большинство денег идут на финансовые рынки, и они там где-то растворяются. Ну да, это согласен с тобой. Конечно, всему приходит конец, и вот этому, вот этой эйфории, которую мы сейчас видим на рынке, фондовом рынке США, NASDAQ, S&P, Dow, даже сегодня он уже снова на исторических максимумах, конечно же, это должно когда-то закончиться. Я не то чтобы хочу, чтобы это закончилось, потому что, наверное, как и любой трейдер-инвестор, заинтересован в том, чтобы текущая тенденция была сохранена. Но это, скажем... Да, правильно, ты правильно говоришь, что ты хочешь, да, на позитив, но, скажем, есть куча исторических примеров, даже брать за последние там 100 лет, да, рынок растет до какого-то времени, потом он снижается очень, очень сильно. Да? Даже в ближайшее время, какое у нас было, это 2020 год, да, прошлый год, рынок упал S&P 500, NASDAQ на 30%, и он там летел вертикально вниз. Это достаточно много для фондового рынка, когда S&P теряет 30%, а некоторые акции там еще больше теряют. Да? Это мы берем гиганты, которые там корректировались на рынке, там Apple, Amazon. А некоторые там укатали так еще больше процентов. Там 2008 год, еще дальше, там 2000 год. И сейчас у нас очередной прецедент этой эйфории, и она должна рано или поздно закончиться. И в чем, почему я это говорю? Вот для тех инвесторов, которые, допустим, там сидят в длинную в акциях или там еще в каких-то форматах, что нужно как-то или там фиксироваться частично, или там подтягивать как-то свои ожидания, да, стопы там и так далее, потому что вот история с тем же самым биткоином, да, но вот когда был 2018 год, предупреждали всех, что да, он вырастет, он может вырасти, как любой пузырь, там, на любую цифру, кто-то там назвал еще в 2018 году, там, 50 тысяч, 100 тысяч, кто-то там миллион назвал, да, но говорили, что закончится оно одним, что он упадет там на 70-80%, а некоторые там монеты там полностью там обнулились, да, и, скажем, я помню, вот прям в декабре перед этим обвалом там за месяц прям мои родители уже начали спрашивать о биткоинах там и так далее, да, просто спросили, что это и так далее.
потому что по новостям, по телевизору это каждый день, там, о, новый исторический максимум, ну, и так далее. То же самое сейчас, фондовый рынок, он аналогично, скажем. Ну, да, да, согласен с тобой, то, что он находится на максимумах, которые, может быть, являются совершенно несправедливыми для него. Ну, это и да. взять даже с фундаментальной точки зрения, вот как логику объяснить, вот взять 2020 год, у нас по макропоказателям всем стран, там, микропоказателям, допустим, там, разных крупных компаний, там, у них, скажем, все в минус уходило, да, то есть там и ВВП в минус ушло и так далее, а фондовый рынок у нас, скажем, дальше продолжает идти, скажем. Мы знаем, что это он на ожиданиях только вот этих вливаний и так далее. Поэтому... Да, в рынке очень много спекулятивного капитала, и, возможно, это и есть главное подтверждение его реальной фундаментальной слабости. Но если конвертнуть, опять же, сделать резюме того, что мы сейчас прокомментировали с Виталием, наверное, самая лучшая рекомендация будет для тех инвесторов, которые... Инвесторов, вот здесь это ключевое, да. Не спекулянтов, которые там хотят зайти в рынок на пару часов и так далее. А для инвесторов сейчас, если вы не заходили в долгую, в длинные позиции на вот этом восстановлении, которое было после спада 2020 года, и сейчас рынок находится на хаях, ну, я думаю, Виталий, ты, наверное, со мной согласишься, сейчас на долгосрок, наверное, самая худшая точка входа, которую только можно найти. Да, да, с этим на 100% с тобой согласен, что... Потому что сейчас многие приходят, кто-то уже раньше пришел, там купил, допустим, акции, а есть, которые сейчас люди приходят. Вот у меня тоже много знакомых, даже вот где-то месяц назад спрашивали, там, о, можно сейчас там акции купить длинную? А потому что к ним приходят вот эти новости все время, там они слышат там, ну, в интернете, там, по телевизору, что вот там мы на исторических максимумах и так далее, и так далее. И, ну, приходят последние, скажем. Ну, и плюс я приводил уже примеры, что крупные фонды, они уже несколько, скажем, месяцев не верят в этот рост, они уже давно выводят оттуда капитал, а, скажем, туда заходят вот, такие мелкие трейдеры, которые разгоняют опционами и так далее. То есть не просто там торгуют обычными там акциями, а опционами, то есть это маржинальные инструменты. Понятно, есть в акциях маржа, а вот в опционах, то есть там... Акцию можно пересидеть, да, опцион может там сгореть и так далее. Так, ну ладно, давай тогда к насущному, к краткосрочным тенденциям. Начнем традиционно с меня, с демонстрации экрана. Так, прежде всего, традиционно хотелось бы обратить ваше внимание на индекс американской валюты, который в прошлый раз, когда мы с Виталием после затяжных новогодних праздников вернулись к анализу рынка, мы котировались там в районе 90-30 пунктов. Я рекомендовал шортить индекс доллара и в целом продолжаю это делать, потому что сейчас по тому фону, который сложился, можно практически безошибочно предположить, что тенденция средне-долгосрочная для бакса, она будет нисходящей. Поэтому, если вам интересен такой подход, то есть вы готовы заходить в рынок там, и работать с инструментом в течение продолжительного периода времени, то, наверное, с каких бы значений сейчас выше 90 пунктов по индекс долларов не продавали, эта сделка принесет очень хорошие плоды и результаты. У нас с тобой следующий эфир будет в среду, как раз перед заседанием американского регулятора. Это, пожалуй, одно из самых интересных событий фундаментальных на этой неделе. Но заранее могу сказать то, что на ожиданиях именно ФРС, того, что будет сказано в пресс-конференции, мягкой риторики, доллар уже можно как бы заранее открывать короткие позиции, что, в принципе, я рекомендую сделать. А ранее в качестве фундаментальной поддержки для этой идеи с прошлой недели уже тянется окончательное вступление в должности Байдена, то есть занятие им овального кабинета. А, кстати, в пятницу уже официально Конгресс утвердил Джанет Йеллен на позицию главы Минфина. То есть можно сказать, что то, что она обещала в минувшую среду на пресс-конференции, выступая перед финансовым комитетом, она точно реализует вот уже в самое ближайшее время. Обещала она новые стимулы, за которые она будет радеть вместе с Паулом и вместе с администрацией Байдена.
Короче, пока что по ожиданиям доп. Ликвидности, это, конечно же, негативный фактор для национальной валюты, для доллара. В прошлый раз была рекомендация по доллару канадцу. Я очень рассчитывал на мягкую риторику от заседания, от регулятора по факту заседания, которое прошло. И, ну, в целом меня реакция, конечно же, канадца пары очень сильно поразила, потому что риторика-то была мягкой. Ну да, ставку не снизили, однако Банк Канады четко дал понять, что готов сделать это, если ситуация вот с ковидом будет оставаться настолько же тревожной, как и сейчас. Да и к тому же тот блок макроэкономических данных, который мы разбирали по канадцу, ну, можно начать и закончить инфляцией и ее крайне подавленным состоянием, то, что должно было надавить на канадца. И такой вишенкой на торте негатива в тот же день, это вот торговой сессии среды, стало решение после инаугурации Байдена о приостановке работы над проектом Кейтстон-Иксель. Это один из основных общенациональных проектов совместных ранее США и Канады. Сейчас, разумеется, он уже поставлен на холд. Я думаю, что возобновлять его не будут. И канадская экономика вот после этой новости вообще, вот сразу могу сказать, потеряла сразу там от 3 до 5 тысяч новых рабочих мест. Ну и даже на это канадец не отреагировал. В итоге мы вместо того, чтобы увидеть слабого канадского доллара, мы наблюдали за его снижением. Вот ниже там уровня 1.20, одну секундочку, ниже уровня 1.26. Стоп-лосс, напомню, по сделке находился на отметке 1.2610. Сейчас предлагаю в эту валютную пару не лезть, ну, именно краткосрочными рекомендациями. Для тех, кто смотрит мои брифинги, знают то, что я в целом продолжаю удерживать длинную позицию с целями там выше отметки 1.30. Но для тех трейдеров, которые только что подключились именно к нашему с тобой совместному разбору, рекомендаций не будет. Ну, еще... я с тобой поддерживаю тебя, что эта пара в среднесроке, в долгосроке, она должна в ближайшее время развернуться. Угу. Возможно, с текущих, возможно, с каким-то еще перелоу, там, потому что там трендовая немножко сверху есть, придавливает его. Ну, где-то скоро этот инструмент должен развернуться. Ну да, пока что у нас, видишь, даже вот на графике так серьезный коридор 1.28, 1.26 и продолжается он в течение длительного периода времени. Короче, не удается пока трейдерам определиться с настроением. Также по золоту была рекомендация, ну точнее я давал общее видение по тому, как можно действовать по этому рынку. Я лишь повторяю, что нужно исходить из покупок, очень хорошо отрабатывает линия вот тренда, даже тенями вот ее касались много раз уже, и ну, это примерно в районе отметки 1830, и оттуда снова выкупаем. Если кому интересно золото, вот рекомендую также ориентироваться на эти значения 1830 и забирать оттуда. И конкретная рекомендация сегодня по евро-доллару. Я все-таки настраиваюсь на то, что евро будет расти против американца выше отметки 1.22. Я думаю, что мы завершим эту неделю выше этого уровня сопротивления. Поэтому сделка buy stop с уровня 1.2190, take profit где-то на отметке 1.2350, стоп лосс 1.2140. И прежде всего вот эта сделка основана на том, что я ожидаю пробоя поддержки по индексу доллара 90 пунктов из-за мягкой риторики ФРС. И на слабости бакса, конечно же, риск должен показать новый локальный максимум. Виталий, слово тебе передаю. Видно рабочий экран? Да. Так, пройдемся по тем идеям, которые я говорил в прошлый раз. Это было доллар-иена. Получается, вот здесь среда. Так. Значение где-то 103.70, 103.80, где-то вот утром. В среду я советовал шортить. Цели были небольшие по доллар-иене. Это 103.50, то есть вот эта поддержка. И, возможно, еще говорил, чуть ниже уйдем, как раз таки ушли 103.30 называл. На текущий момент цели отработались. Я говорил, что дальше я ожидаю, скажем, среднесрочного роста после обновления. Пока буду наблюдать за доллар-иеной, так как
у нее существует шанс как уйти с текущих вверх, так и может провалиться. Поэтому нужно для тех трейдеров, кто скажем, торгует ее, соблюдать риски, так как мы можем очень хорошо провалиться, аналогично как по индексу доллара, как ты сказал, и по евро-доллару мы можем тоже уйти наверх. Это, как скажем, пока мои альтернативы, но они возможны. Дальше была рекомендация еще по доллар-франку. Так, среда, вот здесь. Вот на этих значениях мы торговались в районе там 0.8870. Я говорил о покупках. Локальные цели ставил 89. Ну, вот эти хаи. Мы их локальные сделали цели. И глобальные цели я ставил на разворот. Пока мы туда не пошли. Я, кстати, в среду вот утром давал рекомендацию в лонг, а вечером своим подписчикам мы давали рекомендацию в шорт, так как после вот этой инаугурации Байдена или до нее, еще на открытии Америки, появился локальный шортовый импульс. Вот его здесь хорошо видно. Вот здесь появился. И мы ближе к закрытию рынка давали шорт с локальными целями. Пока их мы выполнили, и мы находимся сейчас вне рынка по данному активу. Дальше. Какая рекомендация будет на сегодня? Первое – это евро-доллар. Это будет, наверное, единственное, так как сейчас по всем активам у меня такой сценарий. Идет рост доллара по евро, по франку, по фунту, по, скажем, там, индекс доллара, доллар-иена и так далее, там, ауди. Мы идем, скажем, на рост текущих, либо еще немножко подрастем, там, пунктов 30-50 и дальше будем там, возможно, на этих новостях в среду, как ты сказал, да, ФРС, заседание ФРС. И, скажем, это тот основной сценарий, который я жду. Либо рост текущих, либо еще с каким-то небольшим ростом по евро-доллару, поэтому мы можем шортить с текущих 21.70 на цена. Со стоп-лоссом мы можем поставить стоп-лосс 22.70, поставим, ну, скажем, для тех, кто хочет, скажем, не заходить с таким большим стоп-лоссом, может разбить, скажем, данную позицию на две части с текущих и, возможно, еще там через 50 пунктов в районе там 21.22.20 зашортить дополнительно. А если не пойдет рост, то уже там будем шортить, возможно, если там пройдет хороший импульс вниз на какой-то коррекции. Это основной сценарий, который я жду. И альтернатива, для этого мы ставим стоп-лосс, мы можем по евро-доллару уйти, там, возможно, на перехай. И аналогично, вот если взять индекс доллара, мы пробьем 90 пунктов отметку, вот эту поддержку, которая у нас была на прошлой неделе минимум и на позапрошлый минимум. Пройдем ее и, скажем, улетим на обновление 89, там, возможно, 88 сделаем, возможно, еще ниже. И уже дальше, скажем, вот этот разворот, возможно, он там попадет, там, получается, у нас что сейчас, январь, там, начало февраля, обычно, как было, и, в принципе, в прошлом году по этому по фондовому рынку мы, вот если взять S&P 500, когда мы точно развернулись, так, это у нас получается, ну, в феврале, то есть в конце февраля, нет, это у нас получается... Да, февраль, то есть во второй половине февраля мы развернулись. Возможно, это аналогично будет по индексу доллара. Поэтому ставим стоп-лоссы, так как рынок может идти в обратную сторону. Здесь я еще так подытожу. Здесь нету хорошей точки входа. Мы пытаемся словить хай, так как для того, чтобы понять, что евро-доллар будет там, 90% падать, нужно сделать сегодня хорошее падение. И уже там посмотреть, какая коррекция будет, и после этого делать какие-то более точные выводы. Поэтому пока такие рискованные, но такое мнение у меня по рынку. Виталий, спасибо тебе за комментарии. Ну что ж, следим тогда за тем, как рынки себя поведут. В среду с тобой обсудим, что происходит. Да. Что да, будет возможно, происходить там... да, перед ФРСом с долларом, потому что точно доллар будет ходить, я думаю, выраженно и интересно.
Ну и в среду, конечно же, после ФРС, уже, соответственно, через неделю, я думаю, что какая-нибудь новая тенденция точно должна будет появиться, и мы ее с тобой разберем. Спасибо тебе, Виталий. Все, Хорошей пока. недели. Пока.